Беларусь станет мировым центром калийного производства. Максимум через 4 года в стране появится, по сути, второй Солигорск. Работу начнет Нежинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие в Любанском районе с нуля возводит российский Славкалий. Как заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев, Беларусь укрепит позиции в топе крупнейших экспортеров калийных минеральных удобрений. Всего в строительство инвестируют 2 миллиарда долларов. На первоначальном этапе там будут производить 2 миллиона тонн удобрений ежегодно. Появится и более 2000 новых рабочих мест. Это, конечно, имидж Беларуси. Беларусь превращается не только в IT-страну. Она превращается в большую калийную, если так можно выразиться, мекку, да, мировую. То есть, если мы, я знаю, сейчас Белкали развивает калийные новые производства, мы, конечно, обойдем Уралкали, конечно, мы обойдем и много других, то есть опередим их и пойдем вперед. Я в этом не сомневаюсь.